Где курица? Я застрял. Колбаса. Я думаю, мама офигеет. Арсений, ты кого грабил-то? Всем добрый день, с вами Айден, вы смотрите новый выпуск. И сегодня, Арсений, ты стал тем, заходи в студию, не бойся, ты стал тем счастливчиком, который и получает возможность за 2 минуты набрать все, что угодно в магазине «Пятерочка». Давайте попробуем собрать под этим роликом 7000 лайков. Обязательно пиши в комментариях, если хочешь участвовать. Только оттуда я выбираю счастливчиков. И Арсюшка стал таковым. Все, погнали в «Пятерочку». Но перед этим нужно денежек немножко заработать. Вдруг он на огромную сумму наберет себе товаров. И это сделаю в игре SkyCard. Я закинул сюда 5000 рублей. Ну и сделаю ставку, например, в 500 рублей. И здесь есть два новых режима. Это 2 из 6 или 3 из 9 с дополнительной карточкой. Мне нужно выбрать 2 одинаковые карточки. Я их забираю. Я чувствую вкус победы. Режим 3 из 9. 155 рублей. 270. 155. С 50 рублей 155 вообще нормально. Я тут еще поиграю чуть-чуть, чтобы окупить свои 5 косарей, и вернемся. Как вы видите, 5000 рублей положил, на балансе уже 8, почти в 2 раза удвоил свою сумму. Не буду больше рисковать, сразу их выведу. Выводы происходят практически на все платежные системы и банковские карты, моментально зачисляются на счет. В группе ВКонтакте много отзывов от реальных людей, ссылку оставляю в описании, если интересно, играйте. Ну а мы переходим к ролику. 2-3, время пошло. Апельсины. Он упал. Это плохо. Ну, бочку. Так, киви. О, ананас. Я давно люблю. Хотел. Ай. Ах, обычный. Так, уже тяжело. Погнали туда. Так. Где курица? Где курица? Так. Слушай, а что делать, если заполнено? Ах, я застрял. Я застрял. Так, вот. Ладно. Это мало. Мало. Колбаса. Пошли. Слышь. Я очень удивлен. Я застрял еще, но я успел взять, что я хотел, красную рыбу. Но только не успел найти курицу и пельмени. Главное, красную рыбу взял. Я думаю, ну, 1005. Я думаю, мама у меня будет рада овощам. Еще бонусы на карту зачислят. Я не знаю, я думаю, мама офигеет. Получил карту пятерочки еще. Он сейчас заносит это все в какой-то едодил, чтобы получить еще себе кэшбэк с этой суммы. В общем, сумма нашей закупки в 7500 рублей. Фрукты мне домой. Вот это вот пойдет по моим племянникам. Красная рыба с чебупелями пойдет, конечно, домой. Там я взял лазанью. Она пойдет маме. И я хочу тебе вот это вот подарить. Ой, слушай, спасибо большое. Ты очень щедрый. Спасибо. Ну что, ребят, вот все то, что Арсений успел собрать. Я, честно говоря, думал, что он будет более медлительный. Написал комментарий, я его пригласил, вот такое сделал. Вывод, пишите больше комментариев, это самое главное. И давайте соберем 7000 лайков под видео, чтобы вы не подумали, что это мой родственник, я просто в семью. Срочно Арсений Алексеевич, вот. Проездной документ. У меня в Питере родственников точно нет. Так, довожу Арсения до дома, иначе он на метро это все не сможет дотащить. Кстати, подпишитесь еще на мой инстаграм, пожалуйста. Ну, это на прям мой. Такой бонус. Мой. Ты уже и так много получил. Пока. Ого! Арсений, ты кого грабил-то? Я так-то с тобой так не делился. Это вот Айден. Это ты все успел накидать? Это я все в большую корзинку кинул. Ничего себе! Ну что, давай. Ну молодец, ого, блин. Все, давай разбирать. Давай. Все подписывайтесь на Айдена.